Здравствуйте, меня зовут Валентина Буховский, я из города Пенза. Закончил Пензенское художественное училище имени Константина Павловича Савицкого. Сейчас я приехал с проектом «Русская Атлантида» на озеро Селигер, остров Столобный. Вот здесь вот, на этом острове, расположен монастырь, очень замечательный, красивый, живописный. Писать не переписать. Очень красиво, спокойно. Погода такая тоже спокойная. Такой дождячок моросит, но очень хорошо. В общем, все. Спасибо.